Откройте приложение «Камера с GPS-картой». Установите функции камеры, например, установите соотношение сторон. Вы можете добавить GPS-координаты как в автоматическом, так и в ручном режиме. Данные будут изменены в соответствии с текущим местоположением. Вы можете сохранить имя файла с GPS-координатами. Редактируйте шаблоны вручную. Добавьте в шаблон карту, адрес, широту, долготу, дату и время, погоду, магнитное поле, компас и погоду. Выберите формат даты из доступных вариантов. Измените цвет каждого поля, если хотите. Выберите нужный тип карты из списка. Редактируйте единицы измерения координат GPS. Меняйте единицы измерения температуры. Теперь нажмите на свои фотографии, имея все GPS-координаты, доступные на экране в виде шаблона из вариантов. Используйте приложение «Камера с GPS-картой» несколькими способами и делитесь фотографиями со своими коллегами по работе, друзьями и семьей. Установите приложение прямо сейчас.